ростовчане, горожане и просто гости города, от души вас приветствую в этот снежный понедельник. Ну, как ни парадоксально, мы именно сегодня вступаем, кажется, в самую солнечную неделю весны. Ведь что такое масленица? Масленица – это, конечно же, прежде всего блины. А блин, как известно, это символ солнца. Но вот как раз это самое солнце мы пока на небе не наблюдаем. Ну, ничего, неделя длинная, еще успеем нагреться. И, кстати, сегодняшний масленичный день называется «Встреча». Так что встречаем прогноз погоды на завтра. До 10 поднимется дневная температура воздуха к следующим выходным, но подъем этот будет постепенным и пока в Ростове прохладно. Сегодня ночью мороз в целых 5 градусов, а во вторник 5 уже с плюсом. Восточный ветер совершенно спокоен, 2 метра в секунду. Осадков синоптики не обещают, хотя заметим, что и ночного снега сегодня они особо не прогнозировали. Атмосферное давление выше нормы 763 миллиметра ртутного столба. А небо ясное, как раз подходящая погода для празднования второго дня Масленицы. Название его – заигрыши. А почему – расскажу завтра.